Программа режиссеров Владимира Ворокова, Рины Мартиросовой. Взгляните на лицо. Всемирно известный дирижер, народный артист СССР, лауреат самых престижных международных премий и наград, художественный руководитель и главный дирижер заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской государственной филармонии, уроженец Кабардино-Балкарии Юрий Темирканов в эти дни отметил 80-летний юбилей. За годы своей творческой деятельности маэстро Темирканов выступал с выдающимися оркестрами и музыкантами мира. На родине народного артиста СССР в Кабардино-Балкарии под руководством Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики 7-й раз прошел международный фестиваль симфонической музыки его имени. В этом году он приурочен к юбилею Юрия Темирканова. Известный музыкант и диригент. Это мой первый раз в Нальчик, но я очень рада, что я могу здесь играть. Я уже жила в России 2 года, и я очень люблю Россию, и очень люблю быть в России и здесь играть, потому что для меня было очень важно здесь учиться. Здесь я conosciuti 2 anni fa. Ho visto il grandissimo talento della Margherita e abbiamo un festival anche in Italia dove abbiamo artisti di tutto il mondo, internazionali e di alto livello e veniamo in Russia anche per collaborare con i nostri amici russi a Mosca e Pietroburgo e così è nata questa collaborazione. E cosa suoniamo? E suoniamo il programma, diciamo, il programma dedicato al romanticismo tedesco con Beethoven e Brahms e un omaggio anche a Rachmaninoff. Liszt. Мы играем вместе, потому что мы познакомились 2-3 года назад, и ему очень понравилось, как я играла, и потому что у него есть фестиваль в Италии на озеро Гарда, и там много музыкантов из всего мира приезжают, и ну, вот так мы познакомились, и мы будем играть музыку Бетховена, Брамса, я буду играть Мефистовальс, Лист, и чуть-чуть Рахманинов для России, вокализ. Сегодня на этой сцене выступит знаменитый итальянский виолончелист Фридер Бертольд, чьи концерты, по мнению его многочисленных поклонников, превращаются в священное действие. Фридера Бертольда называют романтиком смычка. Он концертирующий музыкант по всему миру, активно сотрудничает с крупными европейскими фестивалями, и везде о нем говорят такую интересную фразу. Если бы даже он не касался смычком струн, а просто водил им по воздуху, зал все равно бы его обожал. Фридер Бертольд сегодня выступит не один, а в дуэте с виртуозной пианисткой Маргаритой Санти. Итак, нашу концертную программу открывает произведение гениального мастера сонатной формы. Людвиг ван Бетховен, соната номер 2, опус 5, соль минор в 3 частях. Исполняет Фридер Бертольд, виолончель, Маргарита Санти, фортепиано. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
услышите, наверное, самый любимый, знаменитый вокалист Рахманинова. С удовольствием приглашаю на сцену Фридер Бертольд, виолончель, Маргарита Санти, фортепиано. Сонату для виолончели и фортепиано ми минор в трех частях Иоганнеса Брамса.